Всех приветствую на канале Боженитый в Омской области. С вами я, ее ведущий Влад. Сразу скажу, что за канал. Не претендую, конечно, его на звание деревенского, но живу в селе и рассказываю о том, как живут другие жители села в Омской области. Чем я занимаюсь в настоящее время. В общем, кто смотрит этот канал, сразу приготовьтесь, что некоторые съемки будут для вас не очень приятны. То есть вы можете увидеть, как выглядят животные, коровы, что у них есть навоз, какого они цвета, и даже представить, как он пахнет. А также увидите, какая техника, какая у меня есть, с чем я работаю и что я делаю в настоящее время. И представить, как пахнет здесь топливо. А мужикам, значит, мужики могут и также испачкать руки в моторном масле. Короче, значит, в предыдущий раз, когда я занимался сеном, я показывал, что у меня с гидрораспределителя побежало масло. Осенью, осенью бежало так чуть-чуть. А за зиму, видать, мороз, одно другое заводил, давление высокое, и, значит, побежало масло, значит, из вот из этой с нижней камеры распределителя. Где-то у меня прокладка тут была. Вот она. Значит, сразу расскажу, что за трактор, ZTM-60. Там, наверное, сейчас, наверное, увидели. Но это наш омский ЮМЗ. Один в один. Конечно, есть отличия небольшие. У меня два таких трактора. Отдельно по тракторам я сниму отдельный, значит, ролик. А пока, значит, о том, что где находится гидрораспределитель в тракторе ZTM. Если кто ездил на МТЗ, те знают, что гидрораспределитель находится под рукой, всегда на глазах. На ZTM же он находится сзади. Вот он в задней части. Вроде как он неудобно расположен. Когда работаешь, нужно обязательно отвлекаться, искать где рычаги, чтобы их дергать. Ну а потом со временем уже привыкаешь, уже на ощупь, где какой рычаг. Рычаги разной длины у меня сделаны специально, чтобы было удобно. Ну, все равно, вроде бы неудобно. Но когда дело касается ремонта, сразу понимаешь, что гидрораспределитель расположен очень удобно. Продумано инженером. То есть, значит, чтобы в него залезть, прочистить клапан перепускной, не составляет большого труда. В МТЗ же там головная боль. Значит, у меня пробежала прокладка. Вот под нижней камерой, где там давление высокое. Вроде аккуратно снимал, ну, паранит тоненький. Но видать, что я его покупал в организации. Там, видать, тоже ремонтировали. Сам гидрораспределитель-то синего цвета. И что меня удивило, этот я нижнюю часть корпуса снял. Блин, а он из чугуна. Я покажу, у меня там в ЛТЗ распределитель стоит. Блин, а там алюминиевый. И другого цвета, но, видать, тоже ремонтировали. Еще меня что, значит, удивило, что я не могу подтянуть прокладку. То есть стоят болты, они буквально на сантиметр выступают из-за корпуса. Я как бы не тянул, получается, значит, я начинаю рвать его. Но пришлось разобрать, поменять прокладку. Сейчас буду понемножку ремонтировать и показывать, что я сделал. Был в Енисей-сервисе, хотел ремкомплект купить. Посмотрел, а там в ремкомплекте вот эта прокладка тоже паранитовая. Зачем это покупать полный ремкомплект, когда у меня есть паранит миллиметровый. Я взял дома, значит, вырезал по размеру, значит, обмазал абровским красным герметиком. Он погуще и, значит, думаю, что будет держать получше. Сразу не стал его на место ставить, а подождал, чтобы он высохнул. Так будет получше.
Буду собирать, значит, покажу, что еще по ремонту. Сразу же по поводу сена. Володя Сакунёва интересовался. Говорит, у вас же на улице асфальт, не асфальт. Я говорю, нет, асфальта нету. Сено надо будет завозить. Конечно, я на этом тракторе буду возить. Я, значит, всю дорогу убью. Для этого у меня, ну, я не знаю, тут сколько осталось. Ну, 30, 35, может, 40 рулонов. Специально для весны, для грязи у меня сено сложено на задах. Чтобы я не возил его туда-сюда. А сразу на месте брал и сюда складировал. Ладно, я буду пока ремонтировать и постепенно потом снимать. Собрал я задний гидрораспределитель. Так, так вот. Че? Удивило меня, что сам распределитель синего цвета, а нижняя часть камеры, где вот это давление подает насос, чугунный и другого цвета, но, видимо, ремонтировался уже. Вот там снизу, где подходит штуцер, ну-ка вот так, вот здесь вот, большой дизельный, подмотал лен, потому что штуцер самоточкой. Там тоже маленько подтекало, посмотрим, как будет работать. Вот видно, что лен здесь подмотан. Все равно слабовато подтянуто. А, сразу покажу, где гидробак находится. Ой, гидробак тут, елки-палки. До него добраться проблема. Летом-то, конечно, удобно. Все защита, все везде, все снято. В любой момент взял, подошел. А зимой, пока тут оторвал, вот он, пробка находится. Залил 15 литров масла жиденького гидравлического. Посмотрим, как оно будет. Сейчас попытаюсь завести. Посмотрю тут, как бежать будет или не будет. И сразу схожу, покажу, где гидрораспределитель находится в ЛТЗ. Сейчас мы подойдем к ЛТЗ-60 и посмотрим, где здесь находится гидрораспределитель. Здесь, конечно, он удобней. Все рычаги здесь все расположено. Но не, совсем не так, как у Т-40. Совсем по-другому. Но тоже рычаги, как ни подтягивал, они все равно болтаются. Вот этот вообще раскрученный. Хотя периодически подтягиваю обязательно их. Вот здесь вот алюминиевый корпус. И крышка алюминиевая. Здесь все алюминиевое. Клапан находится вот здесь вот. Тут палки какие-то. Тоже все подтягивал, все менял уже два раза за все время эксплуатации. Ладно, пошел я тут ЗТМ заводить. Теперь назад. Хорош. Подтекает. Надо сейчас будет подтянуть. Бежит теперь в другом месте. Там, где прокладку поменял, там нормально. Течи нет. И там не так. Ну, может, еще воздух. Все равно. Или лен здесь подмотать. Буду подтягивать. Ладно, дорогие зрители, посмотрели, как я тут мучился с гидравликой. Сейчас подтяну, что там было. Остатки или лен подмотаю. Постараюсь устранить там где недоработки, недостатки. Но на нем насос стоит сумасшедший. Я не знаю, либо на 50 НШ, либо 50, либо, наверное, 100 стоит. Я еще не заглядывал. Поэтому там гидравлика, чуть-чуть рычаг только трогаешь, а стактор весь подпрыгивает. Кому было мое видео полезно, ставьте лайки.
Кому я не понравился, ставьте дизлайки. Ну, конечно, обосновывайте. Ладно, до свидания, до следующих встреч.